Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardTest Info. В данном видео я вам расскажу, как настроить баланс громкости на наушниках Google Pixel Buds Pro 2 с помощью устройства Google Pixel. Для этого зайдемте в приложение «Настройки». Тут выберем пункт «Звук». Мы уже находимся в настройках данных наушников. И прокручиваем вниз, и будет баланс громкости. Или можем выбрать, чтобы весь звук шел в правый наушник, либо наоборот в левый наушник, либо отстроить под свой, под себя. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч.